Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале «Деревенский винегрет». Я весной или в начале лета снимал ролик о ежевике, которую я высадил. В этом году высадил 4 сорта. Первый сорт «Лахтей». И который я приобрел через интернет у Марины Федотовой. И три сорта я приобрел здесь, в Санкт-Петербурге, лично. Один сорт начес, но, во всяком случае, так заявлено. Второй сорт здесь у меня идет «Небеса могут подождать». И третий сорт «Джезина». Три вот этих сорта, они были двухлетними саженцами, поэтому даже было немножечко ягод. Вот на Бжезине еще куча зеленых ягод есть, но, скорее всего, они уже не успеют вызреть, потому что все-таки на улице 30 сентября. Конечно, в этом году для Санкт-Петербурга погода просто сказочная. Я хочу показать, как все сорта прекрасно выросли. Такие дали мощные побеги замещения. Вот, смотрите, вот Бжезина. Более 2 метров побеги замещения у нее есть. Здесь направленные есть. Также и «Небеса». Может быть, чуть потоньше. Но тоже побеги огромные. У начиса вообще сказочные. Тут и боковые ответвления пошли. Сейчас главная проблема, как его будет уложить и укрыть на зиму. Ну и «Лахтей». Вот они, побеги первого года. Их много. Они, может, не такие мощные, но они длинные. И, как я понял, для первого года это все отлично. Даже сделал несколько саженцев от побегов «Лахтея». Кому будет интересно, пишите. Можно будет приобрести. Ну вот, смотрите, как чудненько выросла ежевика в наших условиях. Уход заключался в том, что я вот поставил шпалеру, натянул проволоку, слегка подвязал, ну, пропалывал и несколько раз поливал. В этом году ничем не удобрял. Но земля до этого была удобрена навозом, перегноем, поэтому, наверное, не требовалось. Со следующего года буду, наверное, чем-то удобрять. Прыскать тоже ничем не прыскал в этом году. Уже будем всем этим заниматься до следующего года. Ну, пока не могу рекомендовать сажать ежевику в нашем регионе или нет, потому что хочется посмотреть, когда будет реальный нормальный урожай, как она перезимует. Но ролики обещаю снимать и показывать. Кому было интересно, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.